Это будет Саша Санта, Арсений Бородин и Юлина Попова. Главная сцена – это школа жизни. Когда ты находишься в определенных условиях, ты начинаешь меняться. И я думаю, что я поменялась все-таки в лучшую сторону. Это огромная возможность показать людям, что вот есть такая девочка из Якутии. За время съемок в проекте «Главная сцена» мы дали первый сольный концерт, мы сняли новый клип, мы записали новую песню, которая называется «Музыка». Я действительно с детства занимаюсь музыкой и учусь этому всю жизнь, посвятил этому всю жизнь. Ни дня не сожалею. Не буду скрывать, что до проекта у меня были сомнения. Что же делать не так? Что же сделать, чтобы пошло уже наконец? Проект дал больше сил, дал больше стимула. Абсолютно все изменилось. Прибавилась аудитория, которая слушает уже мои песни, которые я сам пишу. Я понимаю, что я на верном пути, и что после проекта уже получится пробить, так сказать, эту стену. За тобой не закрывая.